Всем привет, с вами Фиоранес, мы продолжаем играть Нордгард, нашу катку за клан Кракена. У нас приближается потихонечку холодный год. Не знаю, ну, по идее по дереву немножечко просяду, но в остальном вроде поживем. Так, я уже немножечко стал подзабывать, что у нас здесь. Я помню, что здесь лютый пиздец, у нас отсюда идет крыса, которого спряла духом. Отсюда у нас волк, отсюда медведь, отсюда... Ну ладно, козы меня не трогают. И надо добивать ворону, которая нас херачит десант. Собственно, с нее мы сейчас и начнем. Так, что у нас по армии? Армия у нас, я бы сказал, немножечко пососная. Надо наскапливать мощь. Кого построить-то? Воина? Вообще, так, клан крыса на нас все-таки напал. Этого я и ожидал. В целом, сколько человек? 17 шаманов. Типа нахуй. 17 шаманов. Так, у нас, в принципе, откатываются призраки. Надо накопить пачку. Ну, достаточно, чтобы кинуть призраков. Можно, конечно, их сюда закинуть, мне кажется. А, нет, здесь пушечка стоит. Не прокатит. Можно подрезать вот этого черта. Жизнь медом у него не казалась. В принципе, надо как раз-таки зеленого-то идти и добивать, я думаю. Ну, сперва, вот, тихо. Первым в бой пойдет щитоносец, чтобы затанчить весь урон. Так, ну это по красоте. Так, тут еще щитовичок готов. Угу. Так, валик держим. Так, ну, население вроде приятно растет. Пачка тут не сказать, что прям уж очень большая. В принципе, перережем, я думаю. Так, ты давай в метатели. Ага. О, еще призрак готов. Каев. Так, где колонизировали? Сносим теперь здесь. Ага. Медведя, ну-ка. Сюда побежал. Не, давай драться. Всё, передумал, вот сиди там, блядь. Так, нужен танк. Танк, давай воеводу тогда. Так, отлично, лютая зима. Видим сейчас вообще ни до чего. Ну, в принципе, копим пачку. Колонизировать этот район, в принципе, зима быстро кончится, уже забрали. Нет, вот этот район хочу купить. Похиляемся и начнем гасить зеленого. Тут вообще нейтральный регион, то есть сюда подмога не придет. Хотя нет, подмога прийти может, но здесь какие-то проблемы. Здесь красный ебашит. Кстати, у зеленого отличная территория. Да, у него прекрасная территория, чисто прям кармашек. У него один подход. Это вот эта зона. Мы ее занимаем, и целиком вот этот регион я могу отжать себе. Каев. Так, давайте немножечко налегать на разведку. У меня сейчас здесь кусок карты не разведан.
Так, вот этот регион я хочу колонизировать. Сейчас подхилимся. И пойдем проносить дальше. Зеленуху. Тут что-то бесит. Так, что синий? Синий начал пиздить с волком. Прекрасно. Пускай истощает. Добить воеводу. Отлично. Так, я потерял метатель, по идее. Иди в метатели. Здесь еще есть боец. Так, этого Буда растет. Что здесь? Мастер обороны, убийца чудовищ. Мне кажется, убийца чудовищ имеет смысл. Ученость мне не то чтобы нужна. Увеличивает силу атаки мирных жителей и устойчивых защитных башен. В принципе, тоже такое. Контроль. Окей, против этого как-нибудь переживу. Блин, мне кровь из носа, надо пробить зеленого. Чтобы я больше о нем не слышал, мы начнем развиваться дальше. Кстати, рыбу ловить можно. Как раз оккупируемся, и надо будет, наверное, бить по медведю. Или по волку. Лучше, наверное, по волку. Он дружится с великанами. После него, по идее, великана дадут мне. Так. Ты. С этим остальным. Так, кстати, я точно... армейку. Так, здесь можно ловить рыбёху. Так, тут прилива нет. Мелководье скачено. В принципе, можно вкинуть рыбёху. На нас напал красный. Красная, не пойти ли тебе нахер? Бля, у медведя, наверное, денег, я манал. Так, колонизируем этот кусок себе. В принципе, из этого мне ничего не нужно. Разве что с рынка сейчас купить камушек. За эти территории все равно идет пиздич. Смысл здесь что-то застраивать. Я вот хочу ворона снести и застроить его карман. Вот за него, да, за него имеет смысл подраться. Давай тоже в разведку. Так, вы отхилились, да? Тут где-то под креп сидел. Или нет? Нет, здесь сидят кобальты. Тихо. 6 воинов, 2 ополченца. И 3 еще 7 бежит, ёптать. Так, надо в первую очередь валькирий, чтобы на них загрелись. Поехали. О, сейчас валькирий. Плюс призраков 4 штуки. Охереть. Так, давайте убить чудовищ. Может быть, это будет работать против йотуна и волков. Ну и подрезаем все это говно. Надо отбрасывать медведя отсюда. Что-то он разожрался реально. Так, тяночка, иди сюда строить. Что у нас здесь с подобиком? Так, и можно где-то что-то вкачать. И
что можно скачать. Я думаю, вот это. И, наверное, торговлю. Большие мореходы скоро будут. Хуёво. Так, что коричневый? Подкреп все-таки есть. Тут у нас засел красный. Герой, солдат, ополченца. Ополченцы говно, но вот эта пачка, которая прибежала, мне вообще не нравится. Зеленый, давай ты нападешь на красного, вы друг друга истощите, и потом я такой, оп-оп-оп-оп. Прилетел. Ударом ноги. Так, у нас 5 призраков, это очень хера. Так, пацаны, вас надо в первую очередь, чтобы вы танчили. Кем у нас сейчас соперничество идет? Так, давай к медведем. Там прирост приятней. О, во, красный начал махаться с козой. А это значит что? Правильно. Так, можно мне не метать, пожалуйста. Сука, не метать, телей! Призраков ебли. У меня их уже 6 штук. Вообще похую. Иди на хил. Иди на хил. Призрак, наверное, и не вылечит. Так, тяночек строит. Сука. Воинов, блин, берсек. А синий, чё, все, опять бип сосет. Синий, нападай. Два хуели. Перемирие, походу, включили. Ну, тут что у одного 13 шаманов, они, конечно, херня, но все-таки. Что у второго орда. И между собой драться они не планируют, походу. Есть одна единственная мысля. Это счастья нет. Где хата волка? Мать, надо хату волка искать. Разведчик погиб. Найдем волка. Снесем его. Что у нас здесь?
ты нахуй, а? Пиздец. Я трое и ебут просто. Отдаем регион, все. Все хуево. Супер хуево. Я реально я не знаю, что делать. В этой жопной ситуации. У нас одно боевое место, один солдат здесь не зарешает. То есть регион проебан со всеми апгрейдами, со всеми охуенными храмами. Ну, либо надо откидывать вот это говно отсюда. И вот это говно отсюда. Лови, братан. Еще держи. Вообще ничего не жалко, брателла. Так, и тебе. Что-то, блядь, слишком охуенно себя тут чувствуешь, я смотрю, да? Да, район горит. Я его не спасу уже. Может, конечно, я успею спасти. Кстати, вроде бы монстр получится отъезжать, да. Деколонизируем. Надо волк ебал проломить. Все, починили. Починили. Тяночки сюда. Так, ты форма была. Окей, я в охоту в таком случае. Потерял, что ли? Он крыса на нас напал. Господи. Сейчас нам и вторую валькирию придется отдать. Мне эти регионы надо соединить между собой все. Так, ты давай рыбку лови. Еда, по идее, должна вернуться на дорогу к Валегау. Да. Я подряд их не могу. Ну ладно, рынок и домик обычно не так страшно потерять. Так, хилиться можете, интересно? Давай на еду. Так, еще надо одного на херк. Я еще один херк, я думаю, надо качнуть. Так, подлечить мне призраков. Уйдем отсюда. Ёб твою мать. Короче, мне кажется, клан Волка затащит реально.
Так, прирост поселенцев с кланом волка, если 14. Что так слабо? Все несчастны. Поэтому население перестало расти. Каех. Так, достаточно на прилив. Здесь прилив и так есть. Так, че по армии? Половина отступила, половина еще здесь. А медведь не хочет с тобой подраться или крысы? Крысы вообще без всего теперь сидят. Интересно, интересно. Так, ну мне надо вот это проносить, иначе я сейчас проебусь. Валькирия нужна. Дорога в Вальгалу. У нас уже есть... А, у меня две валькирии. Окей. Это хорошо. Так, счастье прет. Все прет. Сейчас вот забираем этот регион, забираем этот регион, забираем все остальные регионы. Да, у меня были все регионы тут отжал, смотри, да? Нехило, нехило. И я думаю, надо проносить волка. Что он реально поехавший. Волка и крысу. Волк свеженький подъехал. Нет, добиваем. Я подрезал, походу, неплохо тогда. Лови еще, братишка. Мне, конечно, еще зеленый хорошо подсирал, но ничего, ладно. Зеленый подождет. Так, нужно на рыбное хозяйство народ сажать. Организировать можно. Хорошо. Сейчас с деревом, кстати, все херово. Где-то лесопильню ставить. Так, что красный? Зеленый отбил себе регион. Ну, армия, в принципе, говно. Здесь мы контролируем. Надо эти регионы себе возвращать. Разведчик был ранен. Разведчик, конечно, охуенчик, но идите сюда. Так, что у нас по метателям? Метатели есть. Нужны бойцы. Нужно много бойцов. Так, с кем соперничество? Волком, опять, погнали. Выпрыгнем потихоньку. Надо его проносить. Надо. Вот этого отжать реликвий, чтобы он волк не вызывал. И пойти да вынести. Но мне кажется, в первую очередь надо на волка нападать.
Он, сука, разросся, я манал. Правда, еще он пачка стоит нехуевая. 9 солдат, воительница. Но я надеюсь, они между собой как схлестнутся вот за эти регионы. Вообще будет похер на них. Так, мне нужен металл. Нужна тяночка. Хорошо, пачка у нас возродилась. Отжимаем регионы себе. Так, чеши сюда. Сейчас будешь чинить. У нас 7 призраков. Так, пока волк не накопил, надо реально его косить. И так капает. Уже не капает. Так, ну медики должны, по идее, решать. Кстати, а здесь рыбное хозяйство у меня тоже на максимум пашет. И надо пахать на максимум. И здесь у меня не все сделано, ёпты. Метателем, не щитоносцем, надо кузнеца сажать. Ладно, сейчас следующий вылезет, посадим. Козу их и кидай. Окей, у меня есть год без йотунов. Так, ты иди пушки куй. Чтобы мне метатели еще лучше раздавали пизделей. Кстати, пачку копит. Не, братан, нихуя. Не накопишь. Не хватило одного раза. Даже двух, или сколько уже мы его разбили-то. Вот этому надо подхарасить и все подвынести. Так, давай, метателей. Корабль наемников на красного. А он здесь нехило так живет, кстати. Но я думаю, надо поднасрать. Вот сюда. Либо он будет регионы защищать, либо он будет базу свою защищать. О! Вот это пиздец! Огни на меня! Кто выигрывает, я даже не пойму. Медведь. Вот и думай, кого сносить-то надо. Тут что один накапливает мощь, что второй. Дерешься с одним, получаешь пизды от второго, от другого. Так, у тебя 10 брони, у вас. А ты не радуйся, ты следующий, сука. Так, у нас... А, сюда можно медика засадить. Хорошо. Надо куда-то начинать еще доп. Древесину где-то ковырять. Наверное, здесь.
пойти сюда. Значит, тут региончик приятненький довольно. Ага. Я понял. Что такое? Захватил у меня регион, да? Ой. Значит, тебя захвачу. Ослабнет и медведь, и крыса сейчас того, и этого. Погодите, раз, два. Я думаю, время пришло. Хватит с меня этой крысы в спину. Так, давай, кварните, чувак. Надо тоже набирать большую пачечку, приятно. Медведь сидит, ну и пусть. Главное, чтобы вот этот регион не захватывал. Если он сейчас колонизирует, надо будет напасть, чтобы он не отхилился. В принципе, по той же стратке. Призраки вперед. Назад. Надо вынести, пока они будут копиться, или даже, знаете, как сейчас поступим? Вот так вот. Вот же пидор. А, нет, это он эти колонизировал. Все, я понял. Стоим здесь, стоим здесь. Опа! Опа! Пошла жара. Есть, перебили все это говно. Так, мастер обороны. Так, чё, я думаю, метатель нужен. И, наверное, щитовик. Так, призрак немножечко подрастерял. Это ничего. Так, он всю армию просрал там, а здесь кто отбился, я не понял. Так и что ли? А, ну, в принципе, могут, да. 13 и 13. Так, надо бить. Что-то давненько я по волку не бил. Хиляемся и в атаку. Йотуны и наемники. Она пол зеленый, ну хуй с ним, ладно, пусть эти регионы все забирает. Как-нибудь переживу. Так, метатель топоров апгрейднулись. Что здесь? Делаю здесь апгрейд. Здесь есть солдат, прекрасно. У нас лимит солдат в целом. Шпион. Золото все супер хуёво. У меня оранжевенький, да, ты не будешь этот регион захватывать. Он останется нейтральным. Ой, коричневый, здорово. О,
появится скоро. Все, раз доделаем крысу, я думаю. Конечно, медведь потихоньку пачку накапливает. Че, драться со мной собрался, что ли? Ну, давай, хули. Так, прилив, колонизировать. Сейчас накопим косарь, нападу сюда. Пока он будет заниматься этим, надо будет пронести здесь. Ну или он как-то разделить должен будет. Все и всех. Так, у нас в принципе появилась армия. Кем починить? Наверное, нет, да? Нет, Том. Ну, давай тебя, ладно. Беги сюда. Потом здесь еще организуешь домики. Домик, ладно. Так, есть косарь. А лови вот сюда. Так, здесь башенка, которую сразу штурманул. И несколько шаманов. Шаманы должны на призраков загреться, я думаю. Еды у них уже сейчас не будет. И все, и сейчас будет вилка. Шахматная. Давай в армейку. Нас упали. Где? Кто? Что? Бля, ребята, вы задефаете, да? Пожалуйста. Теперь что задефаете? Здесь солдаты. Привет, тут никто не задефался. Ладно. Здесь что? Справились, не справились? Здесь справились. Медики живы, эти живы, эти живы, все живы. Хорошо. Корабль наемников не на меня. Это радует. Ну чё? Назад. Жалко, конечно, да, здесь военный склад. Может, было бы отсюда послать, я думаю, но уже, наверное, поздно. Можно, в принципе, двух валькирий. Есть! Фу.
Бля, хитрое выебанное. Заняли кусок. Красавчик. Не, ну мне лучше, конечно, не за еду, а за это, блядь, колонизировать, но все равно. Так. Чешите сюда. Этот регион колонизируем. Этот регион колонизируем. Здесь. В конце, блядь, домик построить, а лучше 10. Можно домик. Чего домик? Дровосек. Так, валькирии вычешить сюда. Тут у нас тоже все ухо, я смотрю. Так, братишка, ты давай-ка сюда. Делал-то. Сейчас тут самого учинить. Достроить. Там успеешь? Давай. Давай в разведыч. Так. Хорошо. Хотя бы с маленькой проблемой мы разделались. К нам никто не придет. Вот вам и карман. Правда, я говорю про зеленого, но тоже сойдет. Ну а тут опять нихуевых размеров пачка. Волк, ты не хочешь немножечко напасть? Я думаю, тебе надо расшириться. Опа, отступили. Кстати, посыпались. Бойцы посыпались. Хорошо. Мы их отхуячили. Молодцы. Так. Хавчик. Это разведыч. Так, остатки пришли. Так, они металл покупают, походу. Металла уже на карте давным-давно нету, они все еще героев восстанавливают. Бля, обидно, конечно, что мне сейчас с этим еще драться надо будет. Призраки-то заканчиваются. Кстати, надо вот эту штуку колонизировать. Так, корабль наемников. Этот чисто красного прессует. Но мне это на руку. Так, мне бы надо прессануть волка. Угу, лови. Ему отступить сейчас придется. Ой. Так, подхилимся. Так, ты иди на древесинку. Чё мне с едой так плохо? Грядет кракен. Прекрасно. Реально с едой тут еда минус не ваш. Плевать будешь, братан? Нет? Тогда я сейчас приду, отобью тебе почки. Здорово.
серьезно, блядь. Ну, на двух стульях не усидеть. Придется эти регионы отдавать. Красный-то расслабил булки, я не пойму. Че сидишь, дивизия с зеленым воюет, блядь, там в себя поверил. Йотунами у нас перемирие, политов мне все равно надо на этот регион. Раз, два, три. Закончили. Здесь, правда, медведь будет разрастаться, я подозреваю, да? У них, смотрю, здесь проходики. Ну ладно, это я как-нибудь переживу. Этот разведает. Чё так он козы вообще? Блять, у него пачка нехилых размеров. Он сидит. Источник курт. Мимир, кстати, где? Отлично. Кракен там хуячит. У нас попёр прирост ко всему. Говно. Но сегодня мое, завтра нет. Есть, что зеленый? Зеленый жжет. Ой, он мне сейчас здание починит. Души, братан. Давай, давай, ремонтируй. Куда пачка-то отошла? Пачка отошла из-за угрозы красного, видимо. Ладно. Ой, как неожиданно сейчас будет. Хуя. А армии-то отбиваться нет. Здорово, дружбан. Готовьтесь. Сейчас вы дадите мне йотуна, и у нас совсем другая карта пойдет. Так, кракен уплыл. Хорошо. Я рад, я рад. Так, ну эту зону колонизировать пока что не могу. Ну-ка накинем сюда прилив. Есть плюс 10 к атаке бойцов. Но, наверное, стоит похилиться. Так, ну он сюда пачку привел. Ну, пускай, пускай. Все равно ему уж пиздец.
Так, здесь башня сторожевая, здесь ничего нет. Я вот думаю, кому подарок подкинуть. Наверное, пока подержим. Покопим. Есть вот пачка приветных охуенных размеров опять. Этот регион мне не нужен, а вот этот, конечно, терять не хочу. Так, ну у меня связано все. Окей. Вылечились, вылечились. Погнали дальше. Подрезаем всех. Так, население давайте, наверное, с зеленым. С волком все хорошо, но его скоро не станет, а я могу забыть переключиться. Так, давайте броненосцы. Ну все, волк гиги. О, ему еще и помогают гигишнуться. Так, а где у нас медведь? А, это сгорит, это мы пройдем. Вот здесь надо будет подраться, правда. Прям волной пройдем. Мы же клан Кракен, правильно? Отлично. Пускай друг друга поистощают, подерутся. Все на руку. А... Танки. Давайте сюда. Победили, да? Прощай, клан волка. Родина тебя не забудет. Так, ты давай в шпиончики пока. А солдаты у меня вроде и были все, да? Да, солдаты все. Добиваем вот эту заразу. Надо бы подлечиться, я думаю. Нет, ни хера. Новые регионы, походу, я уже не захвачу. Надо играть на тех, которые у нас есть. Ну, как бы позволяют, армии есть, все есть. Источник Мимир, правда, нет. Я даже не знаю, где он. Даже не соспавнился или что-то. Вообще, разведчик. Ты... Ой, давай. Казармы. Метатели. Давай бойцов. Тяночка, а ты мне найди вот этот регион. Отлично. С волком все. Я сейчас просто по нейтральным зонам. А, они, по идее, вот до сих пор. Просто я сейчас одним ударом положу конец вот этой сучке. Но это при условии, что быстро разведка сработает. Сука. Лечимся, лечимся. Я думаю, ждать осталось недолго. Я бы с удовольствием прикупил бы столечко, чтобы мне все-таки разведчики пошустрее все делали. А, я могу... А, стоп, это норма. Давай разведчикам инструмент и... Солдат нету и не предвидится.
мной. Очень хорошо. Ах, ты ж хитрая жопа. Он колонизирует все эти зоны. Нет, 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 нет. Этого не будет. Так, и лови сюда. Ну, сюда, наверное, не буду. Я чуть-чуть ранен. Не-не-не-не, это на короткий путь до клана медведя. Да, здесь, смотрите, гномы херачат. Ой. Слишком, блядь, крутая у него пачка. Не-не-не, мы не отступаем. Это тактическая перегруппировка войск. Ну, теперь это... Да, твою мать, 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 мать. Так, разведка прошла. Прекрасно. А, кого я потерял, блядь? Я нахуй бойцов потерял. Здорово. Иди сюда. Так, я подхиляться как-нибудь. Было бы славно. Так, здесь уже сторожевуха стоит. Бля, что делать-то? Можно накинуть этих ребят сюда. Этот там отжимает регион, ладно. Без того региона я как-нибудь не живу. Хорошо, не добежал. Блять, отходить хилиться времени нет. Есть какие-то сопли по всей карте. Наверное, этими соплями надо довольствоваться. Есть два бойца здесь. Отсюда, боец. Так, сейчас эти ребятки ковырнут. Они вроде хорошо ковыряют, башни по ним не попадает. Так, последний ученый. Так, сейчас дожидаемся под этих ребят. Вот эти трое бегут. Пойдем в атаку. Тем более башня сейчас, по идее, накроется. По крайней мере, я знаю, очень вероятно, надеюсь. Инструмент лучше. Все, ты больше не работаешь, да? Иди тогда в армию. В любой непонятной ситуации иди в армию. Так, хорошо, они колонизируют. Ремонт. Где еще? Ремонт. Где еще? Так, разведка. Ты чем занималась? Я тебя в армию, кажется, посылал. Так, действуем. Пока что есть время. Здесь сейчас деколонизация пройдет. Призраки и генерал. В суету попадает.
астральными призраками. Хорошо. Все, пошло. Горение. Попадание. Так, ну а куда обратно на огороде? Что зеленый? Зеленый непонятно. Я так понимаю, это будет наш следующий геморрой. Здесь еще, правда, красный сидит. Черный что-то бит насасывает. Понятно. Короче, добиваем сейчас медведя, возвращаемся на базу и следующей волной покатимся на север. Здесь, конечно, все красное засрет. Но... Я говорю, на двух стульях мы не усидим, надо уничтожать их по мере усиления. Более, что этот черт на нас сам кидает. Красный хотя бы на меня ничего не кидает. Я вообще говорю, я уже сколько раз говорю на всех этих частях, что для меня этот клан самый говно. Все. ГВП. Возвращаемся сюда. Здесь кобальт подрезали. Давайте сейчас здесь закроем все так. Ну-ка, на хилку все. А вот призраков можно накинуть сюда. Я, походу, забирать не стал, или что это за говно? И сюда, ремонтить надо. Пока ребятки лечатся. Бля, надо инфраструктуру налаживать. У меня что дерево нет, что золото нет, что еда плохо капает. Ну или пробовать выигрывать теми силами, которые у нас есть. Ахой. Так, ты давай в метателей, наверное, что у них маловато. Ой, сюда. Ну, остальные тут развлекаются. Так, йотуны на овцу. Блять, что тут клан козы-то достается им, походу, вообще по первое число. Мы нападем вот сюда, подрежем немножечко рабочих. По идее, он должен отвлечься или не отвлечься. Вообще, по-хорошему, он должен все потерять. Так, валькирии. Все писта, блять. Есть, наебали. Давай тут запчастями своими маленькими нападай. Мне это уже не интересно. Так, тут у нас есть метатель. Хорошо. Очень хорошо. Конечно, красный разрастирается. Мне кажется, у нас еще с ним большого и пиздевого. Хотя, в принципе, нет, небольшое. Не, ну, битва будет большая, да, у него сейчас будет огромная армия. Вот так думаю. То есть черный нихера не делает. Но зато, если я доберусь до его вот этой базейки, то все. Ги. Вот тут гиги.
Так, а ты иди сейчас сюда. Сейчас перехватим, будет снова наша территория, сможем рыбку ловить. Красная сука, иди сюда. Давай, 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 давай. Не знаю. Кстати, летать тем более. Так, давайте на ремонт. Ну, а мне хилка нужна. Пошли колонизируем, что ли? А, здесь, блядь, кругом вышки стоят. Ну, бля. Блять, неудобно. Бля, призраки охеренная тема, но вот это вот срезание счастья, это очень херово сказывается. Идите сюда, нападите. Тоже на другом вышечке. Бля, у него очень защищенная зона, я что-то не очень горю желание по ней бить. А, мы черного не нашли, кстати. Так, ты давай на рыбалочку. И ты на рыбалочку. Хотя нет, подожди, с рыбалочкой. Усиляем. Так, ну хорошо, у нас потери боевые почти что минимальные. Давай тебя в щитвики. Надо, я думаю, вот этот карман будет сделать. Собственно, наверное, следующая серия у нас и будет посвящена тому карману. Призраки, ладно. Новый спавнит скоро. Вот, следующая серия будет этому. И плюс, я думаю, надо пробивать зеленого и следом красного. Разосрался тут прям очень сильно. Ну а сейчас давайте заканчивать. С вами был Фиоранес. Всем пока и до новых встреч.